Итак, всем привет, меня зовут Орлова Даша, и я снова с полезным видео для вас, которое не нужно смотреть, а нужно повторять вместе со мной. У меня в доме 3 ребенка, поэтому что-то может пойти не так. Сразу же прошу прощения. Собственно, работаю в тех же условиях, в которых работаете вы. Все мы занятые, все мы деловые, у всех есть либо дети, либо какие-то неотложные дела. Поэтому начнем в тех условиях, которые есть. Итак, мы работаем с нашим телом сегодня от сутулости для укрепления мышц кора, для укрепления наших ягодиц, ягодиц, неважно. И начнем мы с разминки. А я напомню, кстати, что нужно обязательно подписываться на мой канал, ставить лайки моим видео, для того, чтобы они были видны вам всегда, и вы могли улучшать свое самочувствие, состояние и свой внешний вид. Итак, начнем с разминки. Отстраиваемся. Стопы стоят четко прямо, носочки смотрят вперед, колени присогнуты, таз подкручен так, чтобы у нас не было гиперпрогиба в пояснице, плечевые суставы раскрыты в стороны, и мы вытягиваемся наверх через затылочные бугры. И начинаем с дыханием. Выдох. Не раскручивай, не раскачивайте себя. Вот так делать не нужно, неправильно. Вот таким вот образом. Раскрытие только в грудном отделе позвоночника. Взгляд направлен вперед. Работаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Если вы еще не посмотрели описание к этому видео, работаем мы сегодня со стенкой. Стенка наш главный помощник. Она есть в каждом доме. Вероятнее всего, есть их даже несколько. Обязательно выбирайте стенку, которая удобна и комфортна, где нет никаких сильно там, выступов каких-то неудобных, да? И так, чтобы плинтус не был слишком выступающий, и лучше, если его не будет вообще, чтобы у вас пяточки могли касаться стены на одном уровне с затылком, желательно. Или плинтус должен быть прям тоненьким. Хорошо. Итак, с чего мы начнем? Начнем мы с того, что отстроимся. Приблизимся к стене следующими точками. У нас обязательно должны стены касаться пятки. Стопы стоят параллельно, смотрят носочками вперед. Икроножные. Дальше наши ягодицы, наши лопатки, плечевые суставы и затылок. Вот этими точками мы касаемся стены. Теперь направляем руки в стороны. Здесь у нас локтевой сустав должен быть на уровне плечевого, то есть здесь параллельно рука. Здесь угол 90 градусов, да, не так, не так, 90 градусов. Подниматься мы точно также будем под 90 градусов, руки наверх. Ну, приблизительно, я имею в виду, поднимать будем четко наверх. И что мы здесь делаем? Коснувшись, как я уже сказала, всеми точками, на выдохе мы начинаем ползти тыльной стороной ладони наверх, не отрывая локтя. Итак, вдох. И здесь смотрите. Наша задача не отрывать локти и не отрывать все те точки, которые я назвала на старте. Если что-то где-то отрывается, значит, вы делаете слишком амплитудно и не в своих возможностях. Да, то есть вы можете уходить вот так, это будет неправильно. Поэтому работаем в комфортной амплитуде. И если все будете делать так, как я назвала, вам будет тяжело, поверьте. Итак, 10. Плечи не поднимаем к ушам, плечи опущены вниз. 9. 8, 7, взгляд направлен прямо, 6, прямо перед собой, 5, 4, 3, 2 и 1. Отлично, хорошо, сделайте вдох, выдох. Следующее упражнение. Мы с вами должны будем соединить тыльные стороны ладони. Итак, точно так же стоим, присоединившись теми же самыми точками. Отстраиваемся, да, чтобы у нас обязательно пяточки касались затылок, лопатки и икры, ягодицы, да, чтобы все у нас касалось стенки. Мы поднимаем руки наверх, плечики опускаем вниз, максимально опущены вниз плечи, не задираем их к ушам. И соединяем в намасте, мы перевернутые, да, то есть тыльная сторона ладони должна соединяться. И здесь что важно?
точки я уже сказала. Взгляд направлен вперед, и очень важно отследить, чтобы у вас руки были на уровне ушей. А желательно еще сделать так, чтобы у вас ладони немножечко касались стены. И вот в данном положении мы стараемся простоять 30 секунд. Это тяжело, да, если вы не прогибаетесь в пояснице, если вы не соскальзываете, а стараетесь сохранить статику, тогда это тяжело. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, вдох. И выдох. Хорошо. Для следующего упражнения нам потребуется полотенце. Желательно, чтобы оно было довольно-таки широкое. Вы его скручиваете. Это может быть даже не полотенце, могут быть... Иногда я делаю это со штанами. Они стрейчи, это удобно. Но лучше, чтобы это было не тянущееся что-то, да? Мы сворачиваем вот таким вот образом, скручиваем. Поднимаем наверх руки. Здесь уже мы не стоим у стены. И... Опять-таки, да, мы не подворачиваем таз, не уводим его в передний наклон. Стоим четко ровно. Начинаем здесь, натянув между собой. То есть, полотенце должно быть растянуто, да, уже при натяжении хорошее. Руки тянут полотенце. И мы начинаем заводить руки за затылок, полотенце за затылок. На выдохе вдох. И слишком низко не отпускаем. В букву W. То есть вводим на уровне плечиков, но ниже плеч не опускаем. Плечи к ушам не задираем. Еще работаем. 10, 9, 8. Стараемся сводить как можно сильнее лопатки. Акцент на лопатке. Но не уходим в поясницу, не прогибаемся в пояснице. Еще 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Уводим полотенце вперед, перед собой. И теперь мы будем прокручивать плечевой сустав. Здесь посмотрите по себе, как вам нужно сделать хват на полотенце. Возможно, это будет шире, возможно, уже. Самое главное, чтобы вы не сгибали руки в локтях. Здесь должен быть проворот в прямых локтях. Смотрите. Ну, то есть с прямыми локтями в плечевом суставе. Так, уходим назад. Приятное растяжение по зоне грудных мышц, которые в случае их укорочения тянут нас вперед, не дают нам распрямиться, да? Создают вот эту вот сутулость и прочие негативные моменты по осанке. И проворачиваем медленно, не торопимся. Очень важно не задирать плечи к ушам. Не сгибать локти. И 10, 9, 8. Опять-таки не подкручиваем таз, не уходим в поясницу, да, поясница статична, стабильна, крестец статичен, стабилен. Работа в плечевом суставе. Еще 5, 4, 3, 2, 1. И возвращаемся назад.
Хорошо. Далее. Снова идем к стенке. И теперь наша задача отойти немножко ногами от стенки и присоединиться следующими точками. Это купол крестца, ну, по крайней мере, крестец, пока не отыскиваем купол. Это лопатки и затылок. Вот важно третьей точке приблизить к стене. И мы начинаем здесь движение тазом. У нас таз уходит отсюда в задний наклон, в передний наклон, в задний наклон, передний наклон. Что очень важно, мы здесь катаемся по куполу крестца. Крестец прокатывается по стене, а не поясница. Сейчас покажу боком. Следующее движение совершается. Задний наклон, передний наклон. Задний наклон, передний наклон. Но при этом касаясь всеми точками. Затылок, лопатки, крестец. Задний наклон, передний наклон. Не уходите здесь в поясницу. Будет желание, как бы, знаете, работать в пояснице, да? Нет. Мы специально здесь толкаем стену, чтобы понимать, что мы прокатываем крестец. Поэтому движение не будет слишком амплитудным. Прокатывайте крестец, чувствуйте его. Задний наклон. Передний наклон, задний наклон, передний наклон. Работаем еще 10. Выдох, задний наклон, вдох, передний. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2 и 1. Хорошо. Остаемся в этом положении и съезжаем по стене вниз, сохраняя касание затылка, лопаток и крестца. При этом мы останавливаемся на куполе крестца, да, самые выступающие его точки. И скатываемся вниз до тех пор, вот у меня хорошо здесь зеркало есть сбоку. Вы можете попросить кого-то посмотреть на вас, либо тоже встать около зеркала. И здесь очень важно встать следующим образом. Обязательно отследите, пожалуйста. У вас продолжают касаться три точки, купол крестца, лопатки, затылок. И при этом вы стоите четко. У вас колени стоят над вашими, этими, господи, пятками. Далее. Пятки, стопы стоят параллельно друг другу, носочки смотрят вперед. Отследите, чтобы у вас колени тоже смотрели четко вперед. Здесь, из этого положения, вы ставите ладони, разворачиваете вперед и начинаете толкать собой стену. Очень важно, движение назад. Вы как будто бы вдавливаете крестцом, затылком, лопатками стену. Себя, точнее, в стену. И стоите так. Начинайте с 15 секунд хотя бы. 10, 9, прямой угол под коленом. 8, 7, прямой угол, также вы стена и задняя поверхность бедра. Еще 5, 4, 3, 2, 1. Из этого положения нужно мягко встать. Вы встаете очень-очень мягко. Выходите, становитесь, у вас передняя нога стоит перед вами, задняя нога стоит за вами. Вы выходите, вот таким вот образом делаете как бы шаг вперед, делаете вдох, выдох. Другая нога, шаг назад, шаг вперед, ноги прямые, стопы стоят на полу, вдох. Далее. Ну, я показываю, как мне удобно, вы сами выбираете, какую ногу. Растяжка передней поверхности бедра. Вы ставите ногу, прижимаете полностью голеностоп, колено прижимаете к стене. И здесь важная задача. Ваша задача не, важно не прогибаться назад, да, не нужно делать прогиб, важно почувствовать растяжение передней поверхности бедра. Для этого вы давите ягодицы на пятку, да? Но при этом не нужно разгибаться, вы можете быть согнуты. Просто давите
Оказывайте такое, если даже у вас не получается, да, достать ягодицы, не обязательно садиться на пятку, вы можете просто вот отсюда давить, чувствовать растяжение по передней поверхности и немножечко можете разгибаться, но вы в первую очередь разгибаетесь в тазобедренном суставе, вы чувствуете, как вы вот здесь вытягиваетесь, для этого подтяните живот, да, не уходите в поясницу, а разгибайтесь по передней поверхности. И стоим. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мягко выходим. И другая нога тоже самая. Точно так же вы присоединяете ногу к стене. И уходите. Эта стопа у вас стоит полностью на полу. И вы не стараетесь, да, вот будет желание сесть просто попой на стену. Нет. Задача именно попой давить на пятку. И стоим. Чувствуем растяжение по передней поверхности бедра. Вытягиваетесь наверх, как бы, да, желание вытянуться. В этом случае будет раскрываться тазобедренный. Стоим. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Выходим. Вдох.